Приветствую, дорогие друзья, на канале Гипоспис 163. Продолжаем мы с вами прохождение игры Сёгун Тотовара. Играем по-прежнему за клан Симадзу, уже 30-й юбилейной серии. В общем, прошлой серии разбил я уже до конца. Ну, замки тут засели несколько. Немножко остатки противника, в общем, тогда сели. Замки Ямашира. Так, а мы готовимся уже к дальнейшей атаке. Так, вот одна армия, это вторая армия. Здесь третья. Итого три армии у нас, в принципе, есть. Так, я хочу еще вот так вот передвинуть. Ты сюда, вы в Акасе тогда стоите. Плюс еще резерв у меня есть в Тамбе. Далее по войскам, что у нас тут. Да, наборы уже идут. И давайте, наверное. А, стоп. Ну ладно, давайте на следующий ход, видимо, то, что я уже ход, видимо, сделал, поэтому они не идут. Завершаем ход. В провинции Ио большой замок построился. Микрофон у меня как-то далековато был. В провинции Ио большой замок. Так, в Бичу легендарная ферма. Ямашир еще сколько продержится? Года на два, да? Фига себе. Давайте мы все-таки штурманем, наверное. Слишком долго ждать. Все, так, ты давай в Ячизен. Это армия в провинции Мина. А это в провинции Авари. Так, все, резервный отряд у меня на месте. И продолжаем мы штамповать войска, потому что надо. Три секундные стрелки. Так, ну давай, наверное, в Акас, что ли, отсюда уже будем распределяться. Так, здесь кавалерию Яри. Так, здесь то, что можно копейщиков нанять. И завершаем ход. Мимасаки построилась крепость. Идем мы на штурм замка. Киото. Ну давайте, наверное, сейчас мы кого? Конных пеших лучников. Противник уже по мне ведет огонь.
я еще не подошел. У них здесь даже какие-то башенки есть. Наносим мы постепенно положение врагу. Их осталось всего 4 копейщиков. Давайте ладно, на быстро. Итак, 3 человека потерял, противник потерял 22. Так, и Чизени противник готовится защищаться. Силы, конечно, серьезные здесь. Конных лучников я хочу сюда вот на холмик перебросить. Стоп. Наносим огневое поражение по врагу. Да что ты, блин, вот прицелился, нифига никого не убили даже. Как так-то, ребят, вы что? Так, еще у них тут еще стрелки будут. Ты посмотри, сколько у них. Это стрелков с аркебузами. Тяжелый конец, кавалеристный генат, офигеть, конечно, войск здесь, в том числе кавалерии. Ну-ка, огонь перенесем вот на этот отряд.
Слушай, а нахрена с ними мучаюсь, а? Вы не знаете? Я сейчас вот возьму кавалерию просто тупую и все. Так, давайте огонь посмотрим на удачи. Так, кавалерия, ёлки-палки, отходи давай. Отходим. Кавалерия, я сказал, отходим. Иначе они сейчас подманят нас туда. Откуда у них манахи войны? Они же христиане, повстанцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Я опять пропустил удар тяжелой конницы. Конным стрелкам. Да отходи ты, что ли? Ну что ты стоишь? Блин? Как всегда, блин, а? Вот как всегда они вывели у меня конных стрелков из боя. Быстрей. Перегруппировываемся. Так, мне сейчас моя кавалерия нужна. Тут подоспела. Копейщики у меня здесь нужны, как воздух. Так, давайте свои кавалерию вводить в бой. Да ёлкин, блин! Быстрей, вы где там? Thank you.
Ну конечно, ага, моя кавалерия, как всегда, ни хрена не может справиться. Вот у противника нахрен такая же тяжелая конница. Почему моя тяжелая конница? Два отряда не могут справиться, а? Два моих отряда тяжелой конницы не могут даже один вражеский отряд тяжелой конницы расхреначить. Охренеть можно. Ну это как так, блин? Это вот как называется? Это как вот вообще? Копейщики мои не могут ничего сделать. Они что там нахрен? 33 лычки у них, что ли, я не пойму. Вот не первый раз такая уже история. Моя кавалерия абсолютно ничего не может сделать. Да что ты будешь делать, блин? Вот абсолютно моя кавалерия ни на что не способна. Ваш тайша дал свою жизнь за великого даймио. Вот реально, как будто раз здесь мощнее, чем моя кавалерия. Нахрен этот позор. Даже сопротивляться смысла нет. Просто ждем, когда убегут у меня все солдаты. Я не знаю, ну это вообще. Ну как вот так? У них такая же тяжелая кавалерия, как у меня. У меня два отряда, блин. И ни хрена я не могу ничего с ними сделать. Вот вообще не могу ничего с ними сделать. Да давай же быстрее. Итак, мои потери 1089 составили, противник потерял 502. Вообще логично все, конечно, ага. Измены, генерал отступает мятежный. В провинции аварии собирается сражаться. Ну, я не знаю, ну где вот логика, блин? Ну, такие же, такая же тяжелая кавалерия. У меня два отряда, у него один. Я ничего не могу с ними сделать. Такое ощущение, что они раз 10 меня сильнее. Я понимаю, что у меня максимальный уровень сложности, все такое, но елки-палки. Я вообще здесь не вижу логики. Сколько, блин, у меня отрядов? Два отряда тяжелой кавалерии у него. Вот командирский отряд я вообще не буду задействовать. Потому что нахрен надо. Они мой отряд быстро расфигачивают и все. Я остаюсь без генерала, у меня армия бежит. Абсолютно никакой логики нет, я не знаю. У меня что, блин, тяжелый кавалерий так просто? Мальчики для битья. И атака у меня причем есть. И защита, золотой меч. Чего не хватает, я не знаю. Что надо, чтобы побеждать повстанцев? Повстанцев, ёкарный корень. Ждем, когда переправят все мои кавалерии.
Ладно, все, давайте атакуем. Ах ты ж зараза. Они сигару бросили против меня. Давайте атакуем командирский отряд. Ну-ка, конные стрелки давай сюда. Ух ты ж, ё-моё! Беги сюда, чувак! Или что там? А, нет, фу, я напугался, я думал, там противник. Так, у них ещё в лесочке там прячутся. Хоть где-то битва завершается в нашу пользу, и то, блин. То, что у них тут в основном стрелки. Они сейчас в замке, гады, засядут. Yeah.
Я же говорю, польза от этих стрелков сомнительная. Поэтому я их не нанимаю, в принципе. Нет, вот самое удивительное, я еще копейщиков ведь использовал. Так, 427 воинов я потерял, противник потерял 1226. Здесь противник переоценил свои силы. Итого в итоге из трех провинций захватил я только две. Ну что, вот тут у него серебряный щит, нахрен. Я не пойму, чем они лучше, чем мои всадники. Ну, опыт у них только побольше. А так, у меня золотой щит, тройная атака. А вот моя разбитая армия. Я даже не буду переобучать, сейчас я объединю сколько смогу. Офигеть, всех минус опыта вообще. Вот чем они лучше, я не знаю. Сейчас-то понятно уже, чем они лучше, то, что у меня мораль сейчас упала. Так, кого еще можем быть здесь? Так, ну, в принципе, на этом серию закончим, конечно. В общем, из трех провинций захватил я только Мина и провинцию Авари. Бекави у них мало кто есть. Провинция Хида тоже гарнизон. Ну, в принципе, сравнительно небольшой. Вот Шинан у них еще крупный гарнизон есть. Так, еще сюда нам нужно будет подкрепление. Ой, нет, стоп, отставить. Так, вы давайте сюда. А здесь я сейчас конных стрелков там какую-нибудь ротацию произведу, и конных стрелков мы проведем. Можно, конечно, еще вот этой армией атаковать их.
Здесь раз, два, три, четыре, пять отрядов ударной кавалерии. У них два отряда целых, два отряда прям сильно потрепанные, вот этот и вот этот. А Нагинату и кавалерии Яри у них сравнительно целые. Плюс у них еще вот эта армия. Но здесь уже не такая мощная, конечно. Тут стрелки. Вот когда они успели ниндзя столько наштамповать, я не понимаю. Все, потом вот эту армию укрепим, и все равно мы Ичизен возьмем. Не со второго, так с третьего раза по-любому они у нас падут. Так, еще, кстати, вот отсюда можно кое-кого забрать нам. Они тут не сидели мертвым грузом. Так, три отряда. Здесь башню сразу. Здесь я пока не могу строить, но здесь башня уже есть, кстати. Тут вот нету башни. Так, кто еще? Ну, давай, ладно, тут это можно взять. Все, вы у нас на подкрепление пойдете. Итого, сколько у нас провинций? 6, 12, 18, 24. 30, 36, 37, 38. Еще 22 провинции мне осталось захватить. Так, а я постройки не строил, да? Здесь у меня строится Битчу. Тут все есть. В Хоке улучшенную ферму. Здесь превосходная ферма. Все, на этом всем большое спасибо за просмотр. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!